В Азербайджане будут разработаны стандарты по онлайн-медиа, которые коснутся оптимизации рекламной работы СМИ. Об этом было заявлено на встрече с журналистами, проведенной в Агентстве по развитию медиа Азербайджана. Как отметил исполнительный директор агентства Ахмед Исмаилов, планируется обеспечить субъектам медиа доступ к льготным кредитам. В связи с этим будут внесены изменения в налоговый кодекс. В стране также планируется создание платформы между медиа и бизнес-структурами. Разработаны и другие правила проектов поддержки СМИ. Наряду с 18 печатными СМИ впервые началось оказание финансовой помощи 39 веб-сайтам. В ходе встречи была отмечена необходимость обновления и усовершенствования нормативно-правовой базы, усиление экономической независимости медиа-субъектов, повышение профессионализма и ответственности журналистов. Одна из наших главных задач – повышение медиаграмотности. Общество сталкивается с дезинформацией, фейковыми новостями. Люди зачастую не могут отличить правду от лжи. Это создает проблемы и для граждан, и для профессиональных журналистов. Фейковые новости набирают больше просмотров, и профессионалы остаются в стороне. По этой причине повышение медиаграмотности важно для всех. Это не новый термин. Он упоминается и в законодательстве европейских стран. В этой связи нам нужна поддержка профессиональных журналистов, которые могут правильно информировать общество.